И потом они будут превращаться в лягушек. Ладно, давай так достанем. У нас тут фотосессия. Буду фотографировать. Вот эти вот. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Вот это? Угу. Здесь у меня леги. Ну, правильно. Сегодня до 4 градусов упадет температура. А ночью вообще минус 1. Угу. Нет, температура как вот может так скакать? А мы, у нас, значит, недавно было вот буквально вот 19 градусов, да, почти 20 градусов было, а тут до 4, а вообще ночью до минус 1, я вообще не понимаю. Ой. Нам надо идти в школу, не на улице кушать. Угу, нам надо. Что ты на столе делаешь, понятно? А? Что ты на столе делаешь? Все готово. Хорошо, что я курточки не убрала зимние. Я еще хотела, думаю, надо убрать шапки, надо убрать куртки. Нет. Сегодня целый день будет снег идти, между прочим. И завтра тоже? Нет, нет. Только сегодня, а потом температура опять поднимется. Ох, только сегодня снег будет. Угу. Все, удачи. Снежки поиграйте. Снеговика слепите. А ну что делать? Девчонки пришли со школы. Маргош с утром постель не успела заправить. Ой, посмотри на мои. Мокрые. Ну вот, пошла в этих, в кедах. Ну, я не знала, что я буду играть. Как ты заправляешь, понять не могу. Это что такое еще? Это так проще. А, так проще. Ага, понятно. Просто вот так открываешь и все, ложишься. Угу. Надо, чтобы еще красиво было. Аккуратненько. Светильник выключи. Батарея стоит 10 франков. Кстати, это снимали последний влог перед этим. И я по своей невнимательности взяла и удалила все видео, то, что мы снимали. Какие? Ну, влог снимали. Помнишь, когда Маргарита с кроликом в школу шла? Потом еще, когда ездили в этот в Конфорама, вот это все. Я думала, что я скинула все файлы на компьютер, а нет. Оказывается, не скинула, поэтому по моей ошибке ребята один влог не посмотрят. Ой, вот так вот, ребятки, уж извините, но так получилось. Как там наши эти? Кстати, ребята, у нас тут лягушки. Хорошо. Что но они там? Пристали к этой... Может быть, они кушать хотят? Ну да. Ребята, это не триопсы, тех, которых мы выращивали. Это совсем другие. Это нам соседка дала. Это лягушки. Смотри, как они живут. Да. Вот они, вот это вот они, это их не яйца. Они вылупились оттуда. Вот эти. Ну вот. Не все. Они черненькие, да, еще пока не все. Теперь они черненькие вот эти вот плавают. И потом они будут превращаться в лягушек. Их нужно кормить уже. А триопсы у нас не выживают. Не знаю почему. Они у нас, в общем, зародыши появляются вот эти. Давай вот. В Испании. Да. Здесь, даже здесь, если окно не открываешь, здесь чувствуется, что дует. И, видимо, они это подмерзли. Но нужно еще попробовать, потому что у нас осталось еще полпакетика. Угу. Давай мы его в этот раз в другое помещение поставим. Нужно убрать куда-нибудь, где нет холода. И есть свет. А куда убрать? Им нужен свет. Ты переобулась уже? Не надеваешь кеды? Пока. Пока. А шапку? Шапку, шапку, шапку. Все, пока. Давайте. Во сколько? До скольки? А, Ксюшка до 3. Ты до 4. Давай, держись. Крепитесь, крепитесь. Сегодня четверг, завтра пятница. Пока. Ксюша, пойдем коробку открывать. Так быстро дошло, если честно, я даже... Раз. Я не ожидала. Да ты что так? Осторожно, Макс. А, точно, это Маргаритины. Ой, так хорошо упаковано прям. Ладно, давай так достанем. А у тебя раньше были в детстве ролики? У меня были, но такие, как у вас. Вот, вот такие колеса в один ряд. Она очень красивая заказала. Кстати... Красивые.
красные. Давай мерить. Фотки, они не такие красивые. Я надеюсь, размер подойдет. Правильно подобрали. Надеюсь. Ой, они такие жесткие, прям потрогать, какие они жесткие. 35-й, а у нее? Да. У меня 36-й. Ну, все правильно. Круть. 35-й. На, мери. Ты заказала, чтобы нам дольше кататься? Да, немножечко на размер больше я взяла. Крутее. Крутяк, да, Макс. Давай, на. Если это кончится, значит, можно мерить. А, его отдельно продают? Да. Да. Они оканчиваются. Если он закончится, говорит. Если он сотрется. Ну да. Закончится. Это у мамы. О май гос, мама, ты знаешь, что ты заказала? Это профессиональные. Я не знаю. Там, да, там были написано, что это профессиональные. Там было написано, что профессиональные? Угу. А колесики тоже отдельно продаются? Ага. Я не знаю, что это за марка. Окселло. Как раз это крючочки, Ксюш, которые потом, да, цепляются. Только нужно вот так вот зашнуровывать крест-накрест и потом цеплять. Ну, да. Вот это вот сюда? Ты мне самое главное скажи, они тебе как раз? Да. Ну, ты пальчиком дотрагиваешься до стеночки? Нет. Нет? Ну, значит, хорошо. Ну, он не здесь. Здесь, да, где-то? Угу, да. Хорошо. Ну, ты не дотрагиваешься вот до вот этого? Нет? Они такие высокие. Я правильно, да? Ау! Да, ты правильно. Если хочешь, я тебе здесь затяну. Да, пожалуйста, и там тоже. Они слабоватые, да, немножко? Ты не умеешь на таких кататься? Я еще ни разу не... Мам. Ты можешь ходить вот так вот. Правда? Если не хочешь ехать, можешь ходить. Тикамбарс. Что, неудобно? Непривычно? Нет, потому что, смотри, когда ты... Мы же всегда с другими вот так вот... Ну так да. Вот тебе когда ты вот так идешь, ты вот так, и так. Да, спотыкаешься как будто. Фрокизер. Давайте посмотрим, сколько же потратили. Сколько? Нисколько, да? В прошлый раз Ксюша купила один. За 6 франков она выиграла 40. И сейчас на эти 40 она купила... Это для папы. Вот так, да? Да. Я боюсь. Что ты боишься? Синько. Давай, давай. Вот и все. Ну-ка, дай попробую. Это как бир. Она газирует. Ну, невкусная, фу. Ужас. Рикое. Ну, а горькое. Она сначала сладкая, а потом горькая. Ну, я не торопилась. Давай как раз тебе один, а мне один. Давайте все будем открывать сейчас. А мне можно монеточку? Да, мама, я тебе. Давайте, кто выиграет? Я выиграю миллион. Спасибо. А как здесь нужно кубки, да, открывать, потом по номерам? Да, кубки. И гертены. Номер 6. 2. А что значит теннисная ракетка? Ты ничего. Ничего не значит? Значит, я не прохожу я дальше, да? А вот это у нас вело. Если ему теперь попадется. Сакс франка. Сакс. Мне 6 франков. Вьетнам. 6 франков стоит вот это 6. Еще одну купишь. У папы тоже 6? А, еще 2, значит, купишь. Папа у нас настраивает. Страны. Какие будем отправлять? Привет. Привет. И, кстати, мы уже совершили первую покупочку сами из своего магазина. Попробовать, работает или нет. Все сработало, сами купили у себя. В общем, что мы там купили? Фишбол с папой купили, да, вот. Что в нашем... Да, будут не только слаймы, но еще будут всякие добавки, да. В общем, папа попробовал купить фишболс, у него получилось.
оформил, оплатил. Так что теперь он хочет установить страны, какие смогут покупать. И все тогда. Это готово будет. Вот тут решаем. Домашку делаем. Домашку редко когда задают. Только вот сейчас. Первый раз вообще за этот учебный год, по-моему, да? Да, это они нам задали, она сказала, это надо сделать. Угу, потому что у вас завтра тест. 108. Мам, А у нас есть эта тарелочка картонная. Картонная тарелочка? Для тортиков, потому что всегда на день рождения. Такая есть. Бесцветная, белая. И нет, белой нету. Просто такая. Есть цветная. Да. А зачем? Мне что-то надо сделать. Ну, вон там, в тумбочке, всегда. У нас тут фотосессия. Фотосессия добавок для слайма. Мы решили, что мы тоже будем добавочки продавать. Ксюшка сделала динозавра. Молодец. Похоже. Вот фишболс тоже. Это битое стекло. Вот сюда сейчас мы кладем. На эту, в эту коробку для фотографии фотографируем. Так что процесс. Маргоша перешла сюда, да. Мы уже сфотографировали пенопластовые шарики, фишболс. Теперь фотографируем битое стекло. Буду фотографировать. Вот и вот. Макс, дай, смотри, вот так. Вот так вот. Чуть-чуть нужно подвинуть. Кто там у тебя? У тебя эти головастики, как их там называют? Сейчас ты их придавишь. Зачем камень вообще? Смотри, как они там. И сколько у вас лягушек будет? Они все вырастут? Да. С ума сошли, что ли? Где мы их хранить там будем? Нам потом придется их отпустить. Да? Да, у они же здесь не поместятся. Сестры есть. Возле дома такой вниз. Придавишь их там. В общем, такие вот головастики. А это своя еда. А триопсов где мы будем выращивать теперь тогда? Смотри, это своя еда, червяки. Червяки? А как, сколько раз их кормить надо? Завтра не надо, и послезавтра надо. А, через день, да? Да. Угу. Спатеньки. Потом они будут квак, квак, квак делать. Мама, мой, что щипит? Содрала? Где содрала? Сейчас? Ладно, давайте. Мама! Спокойной ночи, малыши. Все, уже зайку измазюкали. Постирать его надо. Все, пока. Что ты сам тебе наклеила? Напоминание? О чем? О чем ты себе напоминаешь? Фильшпас Марго. Удачи, Маргарита. Пока. Все, пока, ребятки. Всем пока-пока. Пока. Спокойной ночи. До завтра. Пока. А детвора у нас тут сидит, хлопья кушают. А? Спать уже пора, они сидят тут, чавкают. Папа сидит, работает. Уже фотки загрузил на сайт.